Привет, друзья! У меня я пришла на почту, но у меня еще есть время, минут 20 до своего времени. Как хорошо сейчас можно записаться по записи. Пришла там тоже очередюк невозможно. Ну что, я буду там стоять, что ли, где-то по улице ходить. Там у нас дождь со снегом, так что вымокать вот акции смотрю. Покупалку. У нас же магазин жуть. Сегодня еще открылся. Вот сегодня еще один магнит, третий магнит на одной и той же улице. Здесь меня заинтересовал кокос. Смотрите, цена у него 161. Это без карты покупалки. Что там у них? 60 грамм. Цены вообще аховские на все. Изюм хотел посмотреть, какая цена. Ну, цены не было на изюм. А еще мне нравятся орешки. Зашла-то орешки посмотреть. Мне нравятся фисташки. Просто сейчас прям трясусь за фисташками, но они такие дорогие. Тыквенные семечки, те 177 рублей. Там сколько-то грамм это, не килограмм же. Фисташки вот нашла. Там нет ничего. Я не знаю, там сколько. Может, 50 грамм. Вот 258 рублей. Это я не знаю, сколько. Это 1000 с лишним килограмм получается. Вот если вот так вот посмотреть. Правильно же? Цены просто невероятные. Просто невероятные. Семечки. Вот эти вот, которые вот без тормозов. Ну, я их сейчас редко покупаю. Ну, так вот просто прогуливался, смотрела цены какие. Раньше закрылся, еще один магнит открылся. Покупалка, покупочка, пятерочка, до конфет добралась. 320 рублей килограмм. Потом вниз уж не спускалась, там, не знаю, просто год глянул, какой-то батончик, акции у них, ну, 440 рублей килограмм, какой-то батончик, неизвестно, из чего вообще сделанный, я не знаю. 440 рублей килограмм получается по акции. Сок без акции, даже что-то внимания не обратил. Но мне нравятся, знаете, какие конфеты? А вот эти вот, которые, как коровки вот эти, 420 рублей, прям очень мне они нравятся. И вот эти конфеты мне нравятся. Отломи. Ну, я тоже их редко покупаю. 560 рублей килограмм. Это вот что-то с чем-то. Не знаю, как у вас, у нас так. Яйцо решила посмотреть, сколько стоит. Первая категория. Без карты, да, 77 рублей, 78. У меня карт нет покупалки. Ну, десяток. Десяток, естественно, 93 рубля. Значит, второй категории. Вот эти вот вообще что-то без цены стояли. Оно вот 68, да, второй. А внизу вообще, наверное, самая, наверное, низкая категория, что-то так не поняла. Тоже все поднялись цены. На все практически постепенно, потихонечку поднимается. Когда это все закончится, нельзя. Зашла, посмотрела, креветки стоят 648 рублей. Сколько там грамм? Что-то совсем немного, да? Ну, ладно, там. Но я тут запуталась, какие креветки. Там еще одни креветки были. Морской коктейль, вот, тоже тип со скидкой. И акция, бешеная акция. Обратите внимание. Сейчас вот покажет, отсвечивает. 899 от 1649 на королевские креветки. Офигенно, конечно. Молочка тоже вся подорожала абсолютно. И кефир, и молоко. Ну, вот так вот. Магниты, покупалки, покупочки, пятерочки. Друг перед другом. Цены, в принципе, везде плюс-минус там рубль-два. Но в покупалке, мне кажется, дороже всех. Дороже всех. Она покупалка и назван покупал. Алка там, сам с алка уклоном. Ну ладно, пошла на почту я. Привет, еще раз получил свою посылку. Наверное, я в этом видео покажу, что мне в этой посылке. Хоть многим это и не нравится, но я показываю то, что я покупаю, куда хожу, чем занимаюсь. И вообще, в общем, и вообще. Сейчас буду раскрывать. На улице дождик у нас. Она стоит мокрая вся, да? Сейчас раскрою. Так-то образно покажу. А, еще у меня были маленькие покупочки. Линейка мне нужна для работы. Белый карандаш. Зашла, купила в Магнит Косметик. Кстати, был всего два, один тестер, один такой. Лантестер запечатан, она мне его почему-то не продала. А этот кто-то из людей вскрыл. Ну, 165 рублей было, а мне нужен был вот такой вот он, Стеллари. Я раньше губные помады брала, ну, для работы. И циркуль у меня поломался. Купила циркуль.
тоже это все мне для работы. Для бровей и для ногтей очень удобная штука. Особенно, когда делаешь вот наращивание на эти, на верхние формы. Вообще классная штука. Девчонки, ну я уже все распаковала. Прямой эфир в Инстаграм провела. Если кто-то там не подписан, еще подписывайтесь. Значит, что я взяла? Значит, чистящее средство для кухонных принадлежностей, исключая и жир. Вот это все-все-все очищает. Здесь литр. Разводится 1:3. Понимаете? Стоит цены. Вот вам показываю. 430 рублей. Литр. А здесь тоже стоит 430 рублей. Это средство литр для очистки ванн. Это все со скидками я купила. Тоже разводится 1:3. Вот просто представьте, 330 миллилитров, ну, примерно, если разделить литр, да, где-то так, 330, и еще вот, ну, то есть 1:3, да, то есть какое количество. А специально прошла, посмотрела Магнит Косметик, сколько это стоит, 500 миллилитров, ну, вот самые такие вот бренды, 250 со скидкой 199, и какие они все едучие, но мне они не подходят, поэтому я пришла сюда, никого не агитирую, ничего, просто рассказываю. Значит, бальзам для тела мне очень понравились, со скидочкой он был вообще 190 рублей. Вот он, видите, бальзам 190 рублей. В номере 144 духи, если хотите, посмотрите. Во флайерах у меня все 144. Блеск для губ. Я же все-таки собрала наконец коллекцию. Номер 03. Значит, потом буду вам тестировать, показывать. Значит, сколько стоит со скидкой он был. Розовый 740 рублей. Блеск для... И 23 февраля же скоро, да? Бальзам после бритья, пену для бритья я уже купила. Это бальзам после бритья. 100 миллилитров алоэ вера. Алоэ вера в эссенс очень хороший продукт. Значит, так, где он тут у меня? Бальзам. Алоэ вера. 340 рублей. Не так уж и дорого. Мне сказала, дорого. И взяла такой колпачок, дозатор. Значит, для чего? Вот видите, у него носик. Сюда вот накручиваете. И вот сколько вам нужно, вы выливаете в емкость, отмеряете, кстати, все, вот видите, можно отмерять, вот, ничего изобретать не надо, вот, пожалуйста, дозатор. И столько же добавили воды. И пользуйтесь, пожалуйста, каталоги прям щедры, они никогда не присылали, это вот прям вот щедры они стали. Это вот все мои такие сегодняшние покупочки, это для меня в компании Essence пришла посылка. Все. И еще раз говорю. Никак я ничего не рекламирую. Я вам рассказываю, где можно купить, даже помогаю вам, где можно купить дешевле. Вы видели, что это дешевле, экономнее намного, безопаснее для нашего организма. Поэтому все ссылки у меня есть. Для регистрации в компании Essence все в инфобоксе. Просто как клиент. Но вы будете покупать уже без скидки, не будете пользоваться кэшбэками. В этой компании, что мне нравится в этом интернет-магазине, правильно сказать, есть система кэшбэков, которую... Ну, вот сейчас в феврале я буду их выбирать. Вот такая вещь. С тем, конечно, кстати, на мне это тот бальзам, который первый я тестировала. Вся такая взмокшая, потому что на улице дождь идет. Тут быстрее-быстрее, сейчас еще ко мне придет клиентка на ногти. Так что, ну пока, закрываю. Здравствуйте, мои дорогие, я дома. Я дома, я пришла домой, но не могла я удержаться, чтобы не показать и не протестировать вам свой новый, но блеск новый. Когда я сказала, собираю всю коллекцию губных помад, блесков, бальзамов, ну, многие могли подумать, что я, наверное, все цвета скупаю. Нет, из каждого блеск нужен, бальзам нужен, стойкая губная помада нужна, классическая губная помада с плотным покрытием, такая увлажняющая, тоже нужна. И вот поэтому у меня вот получилось, то есть бальзам, блеск, стойкая губная помада, этот и увлажняющий. 4/5 тушь. Пятая тушь, да? Но сначала вот этот вот бальзам для тела, я все-таки решила его оставить себе. У меня есть там еще на работе стоят. Я тоже их со скидочкой брала. Просто вот хочу вот вам вот показать. Вот чуть-чуть вот намазала, да? И вот он, вы знаете, он тает. Он просто тает на коже, тает. После душика вот прям самое то. И запах еще духов.
Ой, это вообще потрясающий, конечно, аромат. Прямо идет. Вот, сейчас я, наверное, возьму все-таки скуп. Блеск тоже, говорят, нужно наносить без контура, да? У меня вот тут такой маленький контур есть. Я, наверное, все-таки с контуром нанесу. Угу. Причок у меня на работе. Это совсем такой маленький-маленький огрызочек. А дома на всякий случай лежит. От Никс у меня в сумке всегда. А это вот так, я даже не знаю, что это, какой он. И вот он блеск, да? Блеск. По-моему, 0,3 мы с вами, да, смотрели. 0,3, цвет 0,3. Цвет 0,3. Цвет 0,3. Хоть 0,3. Так, сводч какой. Вот видите, как блестит. Вот тут видно, да? Сейчас на губ нанесу. Угу. Обалденный. Опять я угадала с цветом. Ну, знаешь же свою палитру. Прекрасно. Просто прекрасно. Мне нравится. Липкости нет. Самое главное липкость. Потому что у меня блески, я их особо не очень-то, да, как-то пользовалась ими. Липкость. Нету липкости. В состав опять входит здесь органовое масло. Масло ши. Витамин Е. Без всяких-всяких тут этих парабенов. Так, способ нанести на губы поверх помады. Может, да, поверх помады, но я без помады. Можно и поверх помады наносить. Или без нее. Состав указан, протестирован дерматологически. Состав указан в упаковке в соответствии с международной системой косметических ингредиентов. Инки. Так, Чехия. Вот, смотрите. И. Вы, наверное, заметили, что у меня там моя любимая шкатулочка, да? Помните, я говорила? Для чего она у меня нужна? Для чего я ее купила? Оп. А здесь у меня все от Essence. Все губные помады, включая тушь, я сложила сюда. Почему? Потому что они все в таких беленьких-беленьких упаковочках. Все здесь лежит. Я все думаю, может быть, будет со скидкой когда-нибудь карандаши для смоки. Ну, там же там смоки делать, да? Это вот 0,3, вот она, да, увлажняющая. Это вот блеск, который я сегодня купила. Это стойка, это бальзам, который я купила. Это вот стойкая губная помада. Это тушь бесподобная, достаточно одного взмаха. И все, и ресницы у вас есть. Не надо вот эту, даже два раза не надо. И еще одна в номере 02. И все у меня здесь помещается, понимаете? Я специально сюда прям так коробочку, в эту коробочку все укладываю. А потом, когда, если будут скидки на карандаши, я обязательно тогда распакую, вытащу коробочки, но они, наверное, тогда, может быть, уже и истрепятся, и будет больше места и для карандаша. Сейчас вот раз, и она закрывается. И вот такая блестящая, красивая, зеркальная со всех сторон. Фикс прайс брала 249 рублей. И вот тут она у меня стоит. Вот здесь у меня, ну, вот косметика, вот эти тени, просто сейчас я утром их наношу от Никс, да, кисточки всякие, вот все, что нужно вот в этом сундучке. А это вот она у меня рядышком. Вот эти тенюшки тоже скоро закончатся, прям жалко. Ну, как вам блеск? Угу, блестит. И нету, знаете, нету вот этих колкостей, вот этих, как будто вот этих, как песчинки бывают, да? Этого нет. Это такой благородный, красивый оттенок. Угу. Блеск такой благородный.
днем, наверное, так не будет. Ну, когда солнце, наверное, будет. А сейчас вот под софитом, единственным, которым я на потолке. И опять приятно на губах. Просто фантастика. Так что обратите внимание. Сейчас, кстати, на распродажу уже все. Она же была до конца января. Не знаю, может, в феврале что-то будет. Что-то я сомневаюсь, конечно. Но даже без скидки все равно это стоит. Вещи стоящие. Вся продукция офигенная. Буду теперь отмывать газовую плиту, микроволновку, вместе средства, ванну отмывать и не задыхаться, не надевать эту маску. Перчатки. Там, кстати, можно пользоваться. Я смотрела, девчонки, отзывы от девчат. Без перчаток пользуются, с маникюром, все нормально. Потому что ко мне девушка одна ходит, она говорит, я не могу. Я пользуюсь вот этими химикатами, унитаз оттираю. Говорит, все, говорит, без перчаток. Она приходит, конечно, вот это практически все в хлам, все покрытие. Вот такие разъедающимися средствами, вот это все вот тут лазить. Да? Вот теперь она у меня заказывает вот эти вот средства. Говорит, лазь сколько хочешь, без перчаток. Мой что хочешь. Ладно, все такое. Опять, бесполезное видео, но я считаю информационное видео о моих покупках новых, о приобретениях, чем я пользуюсь, буду пользоваться и пользуюсь это вот с любовью, с таким умиротворением, с таким приятным состоянием души, что это нравится. А это очень важно, чтобы вот было хорошее настроение, чтобы были положительные эмоции. Я вам всегда желаю с экрана положительных эмоций. Плохое убирайте. А если что-то чувствуете, что будет что-то там, лучше обойдите, промолчите, как-нибудь, ну, не вступайте ни в какие конфликты ни с кем. Как мы недавно со Стеллой разговаривали, она говорит, я вот в этих вот поликлиниках особенно, говорит, стараюсь с людьми вообще вот не сталкиваться, потому что все без очереди, вот это все кричать начинают. Спрошу, там можно там спросить, если что-то начинается, я говорю, нет, все, я хорошо, нет. Лишь бы не сталкиваться с негативом. Это самое главное, не сталкиваться с негативом. Я согласна с тобой, Стелла. Не нужен негатив нам. Зачем? Бог создал людей для счастья и радости. Вот будем следовать этим заповедям. Все, пока-пока, мои хорошие. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я всегда очень рада читать от вас комментарии. Всегда мне интересно ваше мнение, ваше либо одобрение. Критика, ну, конечно, без оскорблений, ради Бога. Будем общаться. Площадка-то дана, комментарии я не закрываю. Это все для общения. Пока-пока.